Доброго времени суток. Меня зовут Аскара Аружан. Я посещаю уроки актерского мастерства во дворце школьников имени Аль-Фараби. Мой учитель Татьяна Андреевна. Домашнее задание было чему-либо призвать. Я бы хотела вас призвать правильно мыть руки. Здесь на примере красителя я бы хотела показать, как действуют средства для рук. Видите, даже если мы тщательно моем, ну, как обычно, то средства не попадают в нужные места, вот, между пальцами остаются зазоры. Там могут быть зловредные микробы и так далее. Так что надо тщательно промывать руки и еще я бы хотела сказать, чтобы вы занимались себя дома чем-нибудь интересным и соблюдали правила гигиены, надевали маски, не уходили из дома во время карантина. Это важно также для вас и для ваших близких. Дома можно заниматься чем угодно. Я начала рисовать номера. Это только начало, потому что еще есть время. Еще важно заняться спортом или начать учить язык, провести время с семьей или уделить себе время. Можно просто взять и дать себе отдохнуть.